Так, господа. Понятые, идите сюда. Понятые. Что у вас под сиденьем в вашем автомобиле? Вот все, что у меня, вот багажник. Вот, обнаружил в вашем автомобиле сейчас, под сиденьем вытащил. Что это такое? Понятой, пойдите сюда. Денис Батькович, подойди ко мне, пожалуйста, камеру. Понятые, вместе. Понятые, смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Не убегаю. Девять. Мне незачем бежать. Да мне незачем бежать. Девять. Десять. Что это такое? Да я откуда узнаю. Что? Какие-то меня спрашивают. Шлихи. Желтого цвета. Угу. Сложи. Так, давай на этот пакетик. Давай на следующий. Все равно отсвечиваю. Я возвращался с работы с Васильевского рубника. Ехал домой в город Красноярск и по дороге, не доезжая в Раздольницк, в поселке Раздольницк, меня остановили сотрудники ГАИ. С ним были еще полицейские, и, получается, остановили меня в ходе осмотра моей машины, обнаружили меня золото. Откуда у вас золото? Ну, я работал на Васильевском рубнике, и, получается, периодически брал золото. А